Я тут в Гугле написала, ну, в общем, я могу привести эмоджи. Что он значит, этот эмоджи? Сейчас мы посмотрим. Чувствует головокружение. Чувствует головокружение. Охо, вот это. Мерзнет. Мерзнет. А, нет, 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 нет. Так, мерзнет, пон. Так, а это что означает? Мужчина-инженер. Мужчина-инженер. А вот это? Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. А это что? Растущее сердце. Растущее сердце, офигеть. А это? Лимон. А пон. Лимон-пон. Лимон-пон. Мне всегда было интересно, что означает это. Древесина. Древесина. Ладно, знаю, что это дуб. А это? Персик. Персик. Так, а если мы приведем это слово? Ас. Жопа. Ладно, этого вы не слышали. Так, а вот это что означает? Сердце с лентой. Сердце с лентой. Пон. А это клоун, наверное. Клоун. Ну да. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Это, наверное, будет мост. Это доллар будет. Доллар. Ну да. Фэперинэцэпэлэри. Такс. Эмоджи. Это? Японский тролль. Это японский тролль. Такс. Такс, так. О, это что такое? Обмен валюты. Обмен валюты. Трещ. Такс. А, это бабки? Мешок денег. А, мешок денег, пон. А это бык? Бык. Да, бык, бык. Такс, а это? Вот, чё это за знак? Значок банкомата. Значок банкомата. Это, наверное, туалет. 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 Ай, я писать хочу. Очень сильно хочу писать. I want to write very much, I want to write. Я писать хочу, очень сильно хочу писать. Какой, блин, писать? Писать. Я писал, хочу, очень сильно хочу описать. Фигня. Писать. Я хочу описать. Писаться. Ладно, пока, ребята. Это очень смешно.